Здравствуйте, друзья! Настала пора для финального оформления нашего серо-розового торта. Мы уложим наши цветы на торт, оформим их серо-зеленой зеленью и украсим серыми шишечками. Ссылки на предыдущие уроки из этой серии видео найдете в описании к этому видео. У нас с вами готов торт, готовы цветы. Получилось уже очень красиво, уже очень вкусно. Я отмечаю заднюю часть торта вот так вот полосочкой, чтобы не ошибиться. Здесь у меня будут выложены цветы, и здесь у меня будет центральная часть торта. Ну, давайте начнем выкладывать. Я взяла самый первый цветок, сразу беру розу Остина. Просто ставлю ее. Просто начните с чего-нибудь, если не знаете, с чего начать. Возьмите какой-нибудь цветок, который получился у вас, например, хуже всего, или вы планировали его, например, куда-то вниз запихнуть. И возьмите его и поставьте. Так, следующий у меня пойдет большая роза. Я ее вот так поставлю. Так, немножко подвину вперед. И ничего страшного, все можно подвинуть, переставить. В этом нет ничего страшного. Сзади вот так я ставлю розу, розовую, и начинаю двигаться вперед. Розочка, розочка. Розочка. Все как в нашем букете. Маленькие розочки стоят вместе. Смотрите уже, как красиво. Но мы еще не закончили. Так. Еще маленькую розу я поставлю вот сюда. У меня здесь свободное место. Так, теперь мы вперед наносим наши розочки. Передняя часть торта. Начинаем формировать основную линию. Да, какие у нас загиб. Загиб у нас какой-то будет. Что у нас здесь? Мы начинаем эту линию формировать. Вот сюда. Мы ставим под небольшим наклоном для того, чтобы эти цветы смотрели нашего основного зрителя. Вот видите, я положила эту розу и не развернула ее. Теперь нужно ее немножко подвернуть. Вот так. Так. Теперь смотрим, что у нас, чего у нас не хватает. Маленькие розы ставим. У нас еще есть розы Остина, две штуки. Они у нас основные, да, главные герои. У нас есть одна и еще одна роза. И нам нужно сейчас их поставить на торт так, чтобы это круто смотрелось. Это мы поставим вот сюда. А эту большую мы поставим вот сюда. Так, аккуратненько между цветами ставлю розу. Еще розочку. Вот эту я сейчас поставила. И у меня осталась маленькая роза. Я ее ставлю вот сюда. Так, теперь что нам нужно сделать? Нам нужно добавить зелени. Так, начнем мы с незеленой зелени. Самое первое, что мы сделаем, добавим ее на заднюю часть торта, где у нас, например, есть
открытые места на цветах. Конечно же, можно сделать еще листву насадкой 352 или насадкой листик. Ну, мне очень нравится из 104 делать листву, поэтому я делаю из нее. Так, сюда, на переднюю часть тортика добавили. Теперь берем нашу зеленую листву, тоже добавляем зелень. Мы добавляем ее через насадочку, немножко подрагивая, чтобы сформировать красивый листик. Красивая листва на торте – это уже украшение. Ну и теперь чуть ли не самый главный элемент на нашем торте. Этот цвет мы делали из остатков крема, которым выравнивали торт, но добавили сюда белый краситель, одели насадку трубочку тройку. И теперь будем делать вот такие вот шишечки. Просто аккуратненько надуваем шишечки. Главное, очень аккуратно нужно убрать насадку с этой шишечки, чтобы не оставлять яркого следа. Конечно, можно еще и мелкие сделать ею же. Делаем точно такие же шишечки, только маленькие.
Посмотрите, какой красивый торт у нас получился. Я очень довольна результатом. Нам удалось повторить форму роз Остина. Они у нас получились большие, круглые. Также мы практически воссоздали вот эти вот светлые, почти белые розы. Мелкие розовые розочки мы сделали более яркими, потому что нам все-таки заказывали розово-серый торт, и мы подчеркнули вот этот вот розовый оттенок. И, конечно, сам серый цвет, серо-сиреневый, да, у нас получился на торте, он прекрасно гармонирует со всеми этими цветами. Вы посмотрели первый выпуск рубрики «Торт по вашим заявкам». Впереди вас ждут еще 5 выпусков. А если эта рубрика вам по-настоящему понравится, то мы сделаем не 5, а 11 выпусков по одному в месяц. Напишите в комментариях, нравится ли вам такой формат. В первый выпуск вошло 5 уроков, вы их можете многократно пересматривать. Здесь мы с вами выравнивали торт, окрашивали крем для цветов, делали цветы. А в следующем выпуске мы с вами вместе сделаем мужской торт и украсим его цветами из масляного крема. До встречи!